Высокие мужчины открыли сезон в Уфе. Баскетболисты-уфимцы стартовали в чемпионате первой лиги. Дебютная игра хозяев поля в новом сезоне завершилась победой над омской командой под названием 17-16 со счетом 102-56. Команда из Омска, молодая команда, которая спустилась с высшей лиги сюда в первую. Ряд игроков уехал играть за другие команды, то есть они заново растят молодежь. Команда скоростная, с желанием. Они даже, несмотря на счет, бьются до последней минуты. Но мы соскучились по игре, у нас хороший коллектив. За счет защиты командной, быстрого прорыва вот мы сделали такой задел. Парни только-только начинают что-то совместное делать. Еще совершенно не сыграно, еще нет взаимопонимания. Парни очень все молодые, практически 17, 18, 19-летние. Знаете, не надо смотреть на эти 50 очков разницы. Я, в общем-то, не столь критично настроен. Особенно начало встречи мне очень даже понравилось, очень даже уверенно они начали игру. Ну а потом, конечно, были ошибки, но самое главное, что есть желание бороться, самое главное, что они не сдались, и вот это меня больше всего радует. Считаю, что начали сезон удачно, с хорошей победы. Я думаю, порадовали зрителей. Как вам счет? Просили сотню, забили сотню. Никого жалеть не надо. Ну, в спорте можем после игры друг друга пожалеть, а во время на площадке, друзей, как все знают, нет. Ну, я не помню, на самом деле, когда мы набирали 100 очков, наверное, по-моему, первая игра, которую мы за 100 очков набрали. Так отмечать будете? А отмечать рано, завтра игра. То есть, ну, попьем чай дома с тортом. Баскетбольная команда «Уфимец» планирует в этом сезоне занять первое место, чтобы в дальнейшем выйти в Суперлигу третьего дивизиона. Альфия Ильясова, Лена Таюпова, городской телеканал ЮТВ.